3 июля. Михаил Пришвин, писатель, 68 лет. С некоторым трудом по двое женщин, провожающих военные эшелоны на каждой станции, добрались до Москвы. Единственный признак событий в Москве – это люди с противогазными сумками. Пожалуй, еще сокращенное автомобильное движение. Речь Сталина вызвала большой подъем патриотизма, но сказать, действительный это патриотизм или тончайшая его подделка, по совести не могу. Хочу, но не могу. Причина этому – утрата общественной искренности в советское время, вследствие чего полный разлад личного и общественного сознания –